32-летний нападающий команды Палмейрас Луис Адриано, Лус Адриано, взял в жену 22-летнюю возлюбленную Екатерину Дорожко. Молодые люди расписали в Сан-Паулу. Модель познакомилась с футболистом в Москве, когда тот играл в составе «Спартака». Адриано выступал за российский клуб с 2017 Гуарджомас по 2019 год. Он стал чемпионом России 2 года назад. Из-за красивой блондинки Луис развелся с бразильской моделью Камилой Ассем, с которой воспитывает 3 детей. После ухода из «Спартака» и перехода в бразильский клуб «Палмейрас» Луис увез с собой на родину русскую красавицу. Екатерина поделилась радостной новостью. Она опубликовала нежные снимки с возлюбленным. «Можете нас поздравить», — написала она. В комментариях девушка отметила, что они официально оформили свои отношения. Пока пара только расписалась. Грандиозное торжество они планируют устроить позднее, когда в графике спортсмена появится время. «Скоро будем гулять», — заявила Дорожко. Адриано также поделился с поклонниками радостной новостью. Он опубликовал несколько снимков с Екатериной. «Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась. Я люблю тебя», — сказал Луис. Об отношениях Дорожко и Адриано стало известно в мае. Тогда футболист подарил любимой девушке на день рождения новенький Порше. А июле модель вместе с игроком покинула родину. Недавно статуса холостяка лишился защитник мадридского Реала и сборной Испании по футболу Серхио Рамос.